По личным рекордам в элементах, из недавних самым значимым можно назвать прыжок в стойке на руках с брусьев высотой 1,3 метра, что является неофициальным мировым рекордом. Ну и конечно он удивляет горизонтами на кольцах, паралетцах и прочих нестабильных поверхностях. Он делает фулл планш 26 секунд, отжимания в горизонте ноги врозь 15 раз на полу, передний виз 10 раз с касанием подтягивается, флаг 10 подтягиваний в нем,